Страшно? С утра пораньше видеть эту маниакальную рожу с красными глазами, синяками под ними. Смешной Евгеха сегодня. Очень смешной. Оборжаться можно просто. Какой смешной, какой упоротый. Без наркоты, между прочим. Совсем дед старый стал в маразме. Ладно, не будем тянуть кота за все подробности. Бьем морды. Теперь меня должно быть слышно. Поехали, что ли? Capcom. Neo Barts Entertainment. Дьявол может плакать. Коллекция в высоком разрешении. Начать, да. Внимание, игра содержит сцены жестокости и насилия. Дьявол может плакать. Зажжем, детка. Дьявол может плакать. Два тысячелетия назад была война между миром людей и миром демонов. Но один из этого мира восстал во имя справедливости и дрался с этим легионом зла один. Его звали Спартой. Позже он стал жить в мире людей и продолжал удерживать гармонию. До самой легенды, став легендой, легендарным темным рыцарем Спартой. Агентство Дьявол может плакать. Извините, но мы в это время закрыты. Никаких паролей. Похоже, никакого реального крутого дела не будет. Помедленнее, детка. Так, что у нас здесь? Что? Природа зовет. Горшок сзади здания. Так, значит, ты человек, берущийся за грязную работу, не так ли? Практически. Только я берусь за особо грязную работу, если ты понимаешь, о чем я. Ты человек, потерявший мать и брата в борьбе со злом 20 лет назад, сын легендарного демона Спарды. Что ж, если я понимаю, этот бизнес весьма такой, что я получу целый джекпот. Ну, в этом случае я тебе покажу. И что, называешься сыном легендарного рыцаря Спарды? Тебя что, папка не научил, как с мечом обращаться? Мечом. Это время для вас, парни. Даже будучи ребенком, у меня были силы. Ведь вам течет демоническая кровь. Какая сила. Ты первая, кто
узнают о моих возмездиях, кажется, я подошел слишком близко. Похоже на то, но я не твой враг, меня зовут Триш. Я пришла за твоей помощью, чтобы положить конец миру демонов. Что? Двадцать лет назад император демонического мира Мондус воскрес. Мондус? Да, его силы запечатаны были спадой. Он пытался заполучить контроль над миром демоном, готовил открыть врата на острове Малет. Замок неподалеку от этого утеса. Давай, шевелись уже. Ну что, такая озвучка получше? Напоминает кассетную? Если только немножко отфильтровать ее еще. Желтый шар, магический камень, возвращающий тебя к жизни после смерти. Звезда жизни, редкий камень, восстанавливающий твое здоровье, амулет, подарок на память от матери. На задней стороне выгравлено Вергилий и Данте. Черный белый стволы Данте ручной работы. Оружие в память об отце Данте Спарде. Фрагмент синего шара, также известного как фрагмент жизни. Но это лишь четвертинка. Когда он соберется воедино, он сможет увеличить шкалу здоровья. Меня хоть было слышно все это время? Миссия 1. Проклятие кровавых кукол. Разбей заклятие зла и открой проклятую дверь. Мне нужно 45 шаров, чтобы открыть эту дверь. Красный шар. Камень красного цвета, предназначенный для разблокировки новых уровней и открытия дверей. Чтобы изучить новые умения, ты должен предоставить ставить их богу времени. Дверь заперта, но с ржавым ключом я смогу ее открыть.
статуя рыцаря, отправляющегося на войну с весьма солидной силой на руках. Эта статуя, вероятно, является, изображает хранителя времени, бог, известный тем, что знает и помнит о прошлом все. Здесь есть надпись: тот, кто решит получить древние знания о ведении войны, должны взамен предоставить мне кровь монстров. Оно не отвечает. Прежде всего, нужно разобраться с той дверью. Блин, там, по-моему, где-то еще должны быть эти, кажется. Или здесь, или не здесь. Или что-то у статуи, или там. Блин, сейчас. По-моему, тут еще должны быть шары эти. А хотя могу и путать. Похоже, статуя божества, которому поклонялись косланцы. А вот здесь, по-моему, будет. Кажется, да. Здесь, кажется, пара шаров будет халявных. Или нет, я не помню. Ну, короче, здесь типа секретки какой-то. Или я уже забрал отсюда? Насрать, короче.
Использовал 45 красных шаров. Тяжелая тяжелые металлические врата опущены. Похоже, что пройдя сквозь них, когда они будут подняты, можно сбежать из этого замка. Вот это очень клево. Отсюда открывается вид на сад. Марионетки, которые изображают жителей этого замка. Но как такая озвучка поатмосфернее? Обломки лестницы преграждают мне путь. Токсик. Здорово. Вообще-то у меня сейчас уже светло. Просто камера настроена так, что... чтобы меньше задержка была. А это влияет на свет как раз. И к слову, я, блин, стримил с утра, но просрал один стрим из-за того, что... микрофон был вырублен, короче. Я где-то через час завершу. Привет. Все-таки не смогу я DMC5 стримить. Я пытался его еще понастраивать. Еще... сделать его... Ну, вот, как сказать, он вроде более-менее нормально идет, но все равно там есть провисоны. Книги... о заключенных и кое-каком количестве. Вероятно, данная комната предназначалась для высокопоставленных офицеров, захваченных во время войны. Как интересно. Обломки лестницы преграждают мне путь. Ржавый ключ. Несмотря ни на что, вполне может сгодиться.
Как всегда, народ собирается тогда, когда я уже скоро собираюсь заканчивать. Потрясающе. Замечательно. На, хрен с ним. Полчаса назад... Стало, чего бурчишь? А я тебе что-то говорю, что ли? Я ничего и не предъявляю. Я же ничего не говорю. А бурчу я всегда, ты меня знаешь уже не первый месяц. Мне дай только повод погундеть. Ящик с инструментами и всякий бесполезный хлам внутри. Похоже, что двигатель предназначен для починки биплана. Он полностью развален, сломан. Здесь надпись. 17 марионеток моей владыки. Не будет тебе прохода, пока мои владыки здесь. Похоже, DMC5. Токсик, я вообще-то переделал этот. Ретро, я сказал, что я не могу его стримить. Я уже его оттестил, это полное говно. Чтобы увеличить шанс стримов, нужны хорошие финансовые вложения, сам же знаешь, которые позволят купить процессор нормальный. Синий шар. Фрагменты собраны воедино, дабы сделать полноценный один полноценный. Благодаря ему шкала здоровья возросла. Нет, я не знаю. Я не стримлю. Лежать, суки! Лежи, тварь, ты же не писючек! Не смей вставать! Я сказал, ты не писючек, чтобы стоять! Лежи, тварь!
Синий шар, магический камень, восстанавливающий твое здоровье, как только ты его подберешь. Сосать, сука! На! Отлично! Посмотрим, завтра, может быть, я с утра тоже подрублю. Сегодня вечером не знаю я, короче. Сохранится. Судья, миссия вторая, судья смерти, открой дверь в церковь. Это картина с пейзажем. Жуткая аура окружает ее. Книги, посвященные записям прошлых гражданских судебных дел, последующие посвящены урожаю, рождению. Отчет об инцидентах, происходящих в местности. Здесь описаны те, которые происходили в ночное время суток и были весьма ужасными и пугающими, словно ночь обращала людей в безумцев. Картина боя. Лежать, сука!
Ах ты тварь! Да сколько вас здесь, ребятушки! Да неужели? Картина мужчины средних лет. Дверь заперта. Ну, похоже, ржавым ключом я смогу ее отпереть. Скульптура женщины в агонии, грудь которой проткнута мечом. Постой, я слышу голос, я Аластор. Слабый отдаст мне сердце и поклянется в вечной преданности. Аластор, дарующий молниеносную скорость и возможность вытворять воздушные кульбиты. Изображение судьи смерти. Похоже, что в руках он что-то должен держать. В основном здесь расположены книги, посвященные искусству алхимии. Здесь перечни всякой хреновины. Весьма странно, что... Количество, связанное с урожаем, никогда не было стабильным. И в некоторых случаях дела, связанные с зимой, происходившие летом. Книги о административном строе успешных кастелланцев. Поздние кастелланцы были известны своими нелепыми налогами, варварскими казнями. На кой хрен я все это читаю вообще? Книги, посвященные становлению этого замка. Здесь написано, что в поздний период 12 века замок претерпел несколько
изменений с момента своего существования в качестве цитадели. В последних предложениях описано следующее: зачем нужно было успешным кастелланцам изменять этот замок столь повторно и без всякой необходимости? Они что, были одержимы какими-то злобными духами? Я вижу комнату на другом конце, но здесь должен быть другой путь, чтобы попасть туда. Здесь описано какое-то пророчество. Которое гласит: Плутон явится в названный день и разделит рай и землю. Один черными крыльями придет и встанет на его пути. Здесь изображен демон с внешностью мрачного жнеца. Там есть ключ, взять его, да. Что-то о странных событиях, происходящих в этой церкви. Здесь нет, не ложился. Дес, привет. Это произошло жаркой ночью. Колонны треснули, и статуя бога исчезла. Мы по-быстрому заперли церковь в надежде, что появится некто со сильным и отважным сердцем, чтобы спасти нас.
Лежать! И не вставать, ты же не писючек, сука! Блин, у меня уже рука болит. Это было неплохо. Дест, ты там стримить не собирался? Здорово, дочь. Что неплохо на 5 из 7. И сюда, тварь. Лежать, ублюдок. Сосать. Ах ты, тварь. Это было больно. Жень, чё в потёмках сидишь? Я не в потёмках сижу, мне пришлось конкретно так над вебкой поработать, чтобы хоть какая-то оптимизация была, чтобы меньше всего была задержка. Если сделать это светлее, там будет очень много огрехов. Здесь... проем блокирует очень мощная сила и не позволяет приблизиться. Прежде чем я смогу столкнуться со львом, мне нужен знак. Да даже если я в потёмках, это не значит, что я не могу сделать вот так. Я сегодня долбанутый. Статуя ангела божественного хранителя. Реакция бесценна, действительно. Сибал льва здесь располагается. Что-то написано. Только тот, кто... кого лев примет, может освободить меня и пройти. Так я не понял, кто-нибудь из вас будет сегодня стримить, если я сейчас вас рейдану? ДС, дочка. Потому что я лично скоро спать пойду. Я всю ночь не спал. И со вчерашнего дня. С 12 часов вчерашнего дня я не спал, получается.
Практически 24 часа на ногах. Не, я попозже. Я тоже позже. Ну, смотрите, я где-то минут через 40 отрубаюсь. Элинари обещала постримить. Элинари, это неинтересно, она уже неоднократно об этом говорила. Закрыто мощной печатью. Ах, блин, я забыл дробовик забрать. Твою бать. Что-то здесь написано. Здесь души сопутствующие собираются. Здесь написано что-то. Предстал пред ним Бог, дабы открыть путь, используя силу и это. Отодвинь то, что необходимо. Посох правосудия, который блестит загадочным светом. Да, но в принципе мне в любом случае сюда как раз и надо. Тут же должен быть этот добровик. Или не тут он? Я что-то совсем заблудился. Заблядился я. Да. Книги, посвященные черной магии, ритуалам из всех. Краев света. Да какая к черту разница? Дробовик. Очень обладает разрушительной силой на близком расстоянии. Дедово ружье, да. Ружье Бондарчука. Все, поскакала, коза по кочкам. Я, кстати, таки-то смотрел «Дурак Быкова». Хорошая картина. Я не знаю, мне тяжело смотреть быковские картины. Они... Мне зачастую не нравится из-за актерского состава. Хотя не отрицаю, хороший фильм. Может быть. Я наслышан о них, но мне серьезно, тамошний актерский состав не очень нравится, особенно этот. Амбал, который там играет, он вообще не нравится мне как актер. Ок!
Марионетки. Это духи низшего ранга. Запечатанные в телах марионеток, дабы существовать в физической форме. Кинжалы, которые они метают, летят по прямой линии. Если видишь, что они готовятся напасть, у тебя будет возможность избежать этого нападения. Также они метают закругленные лезвия, которые весьма длинные и способны обходить препятствия, дабы напасть. Будь на стороже. Они способны сделать боевой клич, дабы обездвижить тех, кто близко к ним. Если это с тобой произошло, нажми левый стик. Так как они существуют в качестве физических созданий, их можно физически уничтожить стволами, мечами или прочими штуками, отправляющими их обратно в бездну. А вот груз 200, как я уже говорил, прям дико порадовала сцена, когда жених приехал, потом, когда у нас тут мухи. Вот это жесть, которую я люблю. Ну да, это такой самобытный фильм. Я потом смотрел... Ты этот посмотри. Закрытый показ с Гордоном по поводу этого фильма. Там такие страсти раз это... Такой срач был на эту тему. Что на этот фильм, что этот кочегар. А насчет жести тогда, и кстати, для меня знаешь, что было в диковинку? То, что мужик, который мента играл там, этот Полунян, он, получается, Сухорукова в основном дублировал в том же «Брате». Закрытый показ, кстати, советую посмотреть, он не очень долго идет. А тот ты отдубал голос очень знакомый. Да, так, оказывается, для меня это тоже было в диковинку. Ну, хотя этот, я сразу про Сухорукова подумал. Да. И этот, в принципе, тот, который декан, или кто он там, ну, этот, преподаватель, его, похоже, этот озвучивал, Маковецкий. В закрытом показе еще как-то гид 3 разбирали, тоже довольно забавный выпуск. Гид 3? Что за гид 3? Я немножко не понимаю. Не, в целом, кинчик клевый. Мне, в принципе, понравился, действительно. Ну, видишь, он там этот, как этот, короче, эта тема рассказывает. Вот эта актриса, которую там эту девчонку играла, как ей Балабанов сказал после премьеры, он ей прям открыто сказал, то, что типа ты играешь Россию. А, Ghost in the Shell. Пикаренко, ты затеял ремонт в квартире? Привет. Да, это давно уже. Не обращай внимания. Здравствуй, Саш. Здравствуй, Миша. А, ну мало ли что это, гид это, какая там этот, может быть. Я скоро уже закончу, ребят, вы, блин, как всегда, в самое время. Спасибо за... Витория Ордер, здравствуй, спасибо. Взаимно. Располагайся. Чувствую себя как дома. У нас здесь несколько пошленько. Это для чего? Что для чего?
Тут без звука у вас посижу. Окей. Welcome всем, welcome, кто пришел. Сейчас еще немножко потусим, поозвучиваем и будем разбегаться. Либо до вечера, либо до завтра. Потому что я не спал. Покупка материалов. А, покупка материалов это для контента. А, ты в этом плане, то что этот материалы для контента, это всякая печатная литература и другие штуки, которые будут использованы не только для статей, но и для контента в этом во время прямого эфира. Вот, литература вот такого толка. Хотя то сейчас ни хрена не видно. Альманахи. Да, литература, где всякие интервью, истории разработок и так далее. Ты же знаешь, что я любитель пописывать статейки там и так далее. То есть туда входят всякие журналы старые тоже. В общем, все, что невозможно найти. Да. В общем, все, что связано с созданием и т.д. и т.п. Всякие интервьюхи и так далее. Там, по идее, бот должен спамить ссылку на этот. Ну, так сказать, полную этот информацию, которую не загуглить. Да, которую невозможно найти в этом. В цифровом виде, вот так. Кровавая Мэри. Это злые духи низкого ранга. Закованные в тела марионеток, дабы существовать в физической форме. Их красный костюм окроплен человеческой кровью, которая каким-то образом... повышает их злобную силу. Дальнейшая информация, схожая с марионетками. DMC5, сколько кожала как-то. DMC5 до этого был, я не могу его стримить. Я пытался его стримить, не тянет он у него. Без него, без эфира, у меня она идет на средних. А здесь этот... Как он называется? На кусок стрима по Звездным войнам смотрел, если что, потихо, без чата. Скажи, хоть кофе пил или еще чего-нибудь еще? Нет, нет, ничего, ни капли. Только молоко перед эфиром и потом водой догонялся. Я в этом плане более-менее усидчивый, друже. Ну, да. И, короче, я теперь, знаете, все-таки, мне кажется, больше без подготовки это делать не буду, чтобы не так позорно было. Я буду до этого хотя бы этот, хотя бы раз просматривать до эфира все фильмы или там эпизоды сериалов, чтобы хоть какое-то представление иметь, что там. А там видно будет. Ножницы греха. Одни из злых духов низкого ранга способны существовать лишь обращаясь, забирая себе форму физического объекта. Эти создания выбрали себе смертоносные ножницы. Эти твари зависят от своих масс, которые носят. Без них они не способны жить. Их плащи ничто, лишь иллюзия.
Все физические атаки против них бесполезны, и они легко блокируются, когда они спускаются своими ножницами. Будет, у тебя будет короткий побед, когда ты, когда они беззащитные. Если ты нападешь в этот момент, если ты выгадаешь этот момент, ты сможешь нанести им критический урон. Они могут отражать твои атаки своими ножницами, если ты сможешь их выбить, то они останутся беззащитны, и это будет твой шанс размазать их. Я до этого стримил, я эту запись ту удалил, потому что там не... Короче, проблема записи, которая была с утра, в том, то, что у меня микрофон тихо. У меня микрофон, как всегда, отключился, и мне не... Как, не и мне не, и все это было в жопе, короче говоря. Перейдите кто-нибудь, я без звука. Можешь все в наушники дорожку пускать, которая идет чуть быстрее, чем та, что на стриме. Сколько я здесь сижу... Ну, блин, вообще уже часа 4 в общей сложности. Но половину я все удрал, убрал, потому что там позорное ничто. Я столько времени старался, там все это придумывал, озвучивал, как на кассетах. И все это было без озвучки, сука. Я прерывал. Девять часов. Какие 9 часов? Это слишком много. Если я дорожку пущу, понимаешь, в чем дело? Я опасаюсь, что... Короче, я опасаюсь излишней нагрузки, потому что у меня процессор очень старый. Ну, казалось, что ты не уходил вообще. Нет, уходил я. Вы, как всегда, под конец пришли, блин. Изображение судьи смерти. Похоже, что он что-то должен держать в своей руке. Использовать посох правосудия? Да! Может, через телефон пустить тогда? Нет. Такое себе. Так, ребята, сейчас подойду. Сейчас попытаюсь за полчаса эту миссию пройти. Наверное, будем разбегаться.
Дес, кстати, по поводу того, что там 9 часов я стримлю, мне столько не донатят, чтобы столько времени тратил на всю эту хренотень. Прочую информацию прочитала, пароль, что я. Какой к черту набег? С меня байтер как из говна граната. Ну хотя после Death Stranding это приобретает несколько иной оборот. Но если вообще не донатят, не стоит запускать никогда. Ну, у меня, по крайней мере, у меня есть идея. Я не разделяю вашу логику. Я имею в виду, Дэс, я имею в виду настолько долго сидеть. Нету смысла, потому что не того этого самого. Найти более высокооплачиваемую работу. Ну да, долго не стоит АФК. Ага. Возможно. Гордость льва даруется лишь тому, кто выберет путь испытаний. Токсик, по поводу Бузона за донаты, пересматривай запись, когда я пояснял за все, за свое отсутствие. Почему я не могу их подключать, даже если бы я хотел это сделать? И вообще, я это расцениваю как просто дешевую отмазку, чтобы не донатить, потому что, смотри... Ну, включу я музыку донатную. Ну, начнете вы заказывать всякий трэш, потому что я вас знаю. Я буду ее скипать. Вы начнете гундеть, почему я скипаю музыку, которую вы донатите, и вы все равно перестанете это делать. Зачем я буду платить за то, что все равно будет скипать? Правильно? Правильно. Вот во вся логика. Это одна из причин, по которой я ее не ставлю. Остальные смотри в записи. Если бы я долго стримила, вы... Я тоже долго стримила, если бы мне за это заплатили, ага. Обязательно. И вторая причина, одна из которых я не могу музыку поставить, это мощности компа. Либо вы будете смотреть слоубо,
и всякое. И при этом это будет еще больше трэш, чем есть. Либо мы остановимся на ламповых посиделках без всякого трешника. И просто при желании поддерживая человека. Тем более, что вы видите, что я стараюсь. Можно сказать, практически жопу рву. Хо-хо. Это был не байт, это было просто так. Это... Скоро вообще без доната запускать не будет. Действительно, символ. Изображающий посох Гермеса, используемый в искусстве алхимии. Странно, я чувствую какую-то загадочную силу, но не могу понять, какую именно. Здесь написано, вернись тем же путем, вернувшись из бездны с львиным сердцем, и ты сможешь получить эту гордость. И сюда, сука! То что да, за деньги пожар был, стоил дров. Ага. Да ты черепушка, иди сюда! Эти слаботаби устрою, тварь! Или как там говорится? Игра стоит свеч. Блин, сука, все-таки упал. Твою бать. Господи, я уже начал скажать этот голос. Оба один к своей поговорке. На, детка. На. Блин, я должен вернуться туда. А, вот, все, отлично. Еще два собрать и будет еще подлиннее кое-что у меня. Точнее, у него. Твою ж-то бога душу. Ну ладно, хрен бы с ними. Сосать! Ну ты, бяды Йорик, твою бать! Дух Шекспиру в его трагедии! А не дело нам здесь поддерживать твари! Господи, очередные перлы какие-то непонятные. Я хрен его знаю, что я с просоник говорю, но похоже это смешно звучит. Нет, не смешно. Нелепо. Блин, я с ума сошел. Блин, сейчас же босс будет. Ах, ёшкин кот. Гордость льва. Символ силы. Благодаря этому... Можно появится возможность добраться до хранителя врат.
Скорее сонный уже. Да я давно сонный. Я всегда сонный. Опять какая-то болявка. Это я чувствовал нечто большее. Какое разочарование. Ну, какой большой сюрприз. Надеюсь, что для твоего же блага у тебя за твоей броней есть хоть что-то. Ах ты мелкая тварь, я ж тебя размажу как муравья. Ах ты тварь! Да ёб твою ведь! Ты член стоногий! Да ёб твою... Блин, придется здоровье использовать. Я слышал флешбеки из 90-х. Спасибо голосу Евгена, да! И вообще, если можно было не работать, а только стримить, я бы только контента наделала, господи! Какой там контент? Я понимаю, если бы это было какое-то творчество, а не просто засветы своих мосек. Ну иди сюда, сука! Я тебя разбажу, таракан, ты что, падай! Иди сюда, сосать, ублюдок! Yes! Вот что голос Евгена животворящий делает. Да, сучки, я сделал это. Папа сделал это. Папа я это сделал. Он натянул этого паучару. Он отправил его китайцам на обед. Да. Молодец, да. Действительно. Похоже, когда сонный, я более активный. О, господи, что у меня с голосом? Я скоро точно буду без всяких фильтров так говорить. И опять ранг Си. Да что ж ты будешь делать? Так, надо будет сейчас закупиться немножко. Полутаться надо. Ну ладно, еще одну миссию пройдем и будем закругляться. Раз пошла такая пьянка. Миссия 4. Черный рыцарь. Продемонстрируй силу льву и открой путь. Забери душу, меланхоличную душу. Так, ладно, этот еще один возьму. Так, что у нас здесь? Звезда дьявола, кристалл волшебной силы. Восстанавливает 5 пунктов дьявольского курка. Звезда жизни, редкий камень, восстанавливающий здоровье. Святая вода. Вода освященная. И... благодаря которой можно уничтожить все зло вокруг. Не
неприкасаемый щит, окружающий твое тело. Он защищает тебя от атак на определенный период времени. Также в это время ты будешь в состоянии дьявола. Синий шар, также известный как фрагмент жизни, он способен увеличить твой уровень здоровья. Пурпурный шар увеличивает количество пунктов твоего дьявольского курка, а также время нахождения в состоянии дьявола. Желтый шар, магический камень, приносящий, возвращающий тебя к жизни после смерти. Блин, надо будет закупиться. Ладно, один такой возьму. Ух ты, они, блин, дорогие, дорогие становятся. Ладно. О, утка, как всегда, в своем репертуаре. Привет. Фоловится ради того, чтобы послать стримлера в зопу. Я тоже рад тебя видеть. Да ладно, Алинари. Это у утки стиль такой. А, блин! Господи, что у меня с голосом? Это нормально, да. Если ты была у шлюшки на стримах, ты бы поняла, в чем рофл. У шлюшки, да, у флюшки шлюшки. Так, а куда идти-то? Я уже забыл. А, все, льву надо показать. Показать свою гордость льву, этому долбанному. Так, наверное, надо будет сейчас вернуться обратно. Сейчас надо будет вернуться... О, господи. Да пошел ты в жопу, паукан хренов! Ах ты, ёб твою ж бога душебать! Иди сюда! Пошел ты в жопу, ублюдок! Ничего, это нормально. Ладка, утка она, да. Не парься, Алинари, на этот счет. Этот козлина у меня здоровье отнял. Ублюдок членистоногий, сука! Страшная, блин! Блин, дорогая хренотень. Ладно, бог с ней. Будем так хиляться. Что ж теперь? Опять горе-модераторы дал. Да лежи ты, тварь! Здрасте! Забор покрасьте! И сюда! И сюда! Уйди, моя куколка! За какую моську? Какая моська? Где сюда, моя сладкая? Бомбет. За какую моську? А! Ты за то? Нужно... Чем обычно занимаются стримлерши? Зарабатывают своими боськами и так далее. Эй-э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 й
бомбит. Так что это Дарбальда.
Она и так обычная стреберша, не путай. У тетю какие бедежды! Идет не... И не делай так на моське, но... Кому как? Да, господи, какие мы все чувствители, какие мы все обидчивые, то господи ты, боже мой! Так, а чё я сюда просто как последний идиот? Мне здесь делать нечего. Нахера? Я, блин, в каком-то другом месте забыл эту херовину. Там не идти надо было. Сука, я забыл. Где-то было в этом. В одном секретном. Если я делал контент на моське, стримила бы РЛ. О, тё-тё. У меня горит с вас. Что потерял? Да я потерял одно место, где... Короче, секрет. Господи. Ну хорошо. Горит. А какой контент? Какой? Вот хорошо. Объясни мне, пожалуйста. Раз у тебя с нас горит. Вот хорошо. Какой бы контент это был? Если бы это был не РЛ. Обычные игры это не контент. Я расцениваю контент как что-то творческое. Но это мое понимание. Действительно контента. Я же не проявляю это какого-то неуважения. Да, это... У каждого свои мысли. В смысле Б. Творческие филигранно филит, где на... Нет, нет, не, 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 не хрен. Я ж серьезно спрашиваю. Какой бы контент тогда был? Так, блин, а здесь был уже. Да ёб вашу мать, да сколько вас здесь? А что, нужно играть, петь песни, жонглируя на ходу жопой, ну? Или как? Ну хорошо, я вот ставлю пример. Вот у меня контент своеобразный, потому что я не только здесь игры стримлю, я здесь занимаюсь переводами. Это тоже весьма себе творческий контент. Это минимум. Также устраиваю какие-то обсуждения, планируются еще какие-то вещи, которые... блять, сука... Извините за мат. Которые... Я имею в виду, если бы я не работал, развивал бы YouTube канал. Но у меня нет времени. А, в этом плане. Так, ладно. Ой, да, вот именно что. Нарезки это одно. Так, хватит тут хихикать, твари! В плащах. Здрасте! Здравствуй, жопа, под Новый год я пришла, да, ёлку! Не, где-то здесь, по-моему, должен быть проход какой-то. Я должен это говно найти. Ну хорошо, вот это уже объективно. Обзор это ладно. Под контент попадает. Хорошо. Убедила.
Так, здесь делать было нихер. Априори. Фак, мой мозг. Дай! Слушайте, вы садовницы летучие, сраные. Нет, я сначала пойду все-таки протестю этот. Блин, ну где-то здесь же было это место. Я помню, там такие, типа, фонтан. А, да! Да-да-да-да, это где-то здесь. В том месте, где там этот поглотитель душ был, всякое такое говно. Там что-то где-то должно было быть. По-моему. Да ёб твою медь! Уже эрекция. Тьфу, реакция уже не та, блин. Еще разок. Сюда иди нахер. Успеем Леве показать свою гордость. Да, здесь это где-то должно быть. Здрасте. И вам здрасте, забор покрасьте! Хорошо! А, блин, здесь надо что-то еще. Нет, что-то я напутал, по-моему. Что-то я тут серьезно напутал. Блин, я же... Здрасте. Не, это не здесь. Это явно не здесь. Секрет. Уничтожь 100 призрачных деток, пока время не истечет. Ну чё, члены стадогие, и сюда, мелкие твари. Ну где вы там? Еще, блин, я не успеваю! Сука! Нет, ну здесь мне, по-моему, объективно делать нечего. Да, не видать мне здоровечка. Опа. А там что за говно было? А, нет, показалось. Что значит? Какой контент? Ты просрал. Да, я в курсе, что я просрал. Так, ну здесь мне делать нечего тоже. Да, здесь мне делать нечего. Сюда мне идти не надо. Блин, в каком-то месте он был.
Опять просрал. Чуть-чуть не хватило. Ладно, хрен бы с ним. Зато хоть немножко пофармил. Так, ну здесь делать нехер, объективно. Это где-то, по-моему, то ли с самолетом. Да я в курсе, что я просрал, твою бать. Эй. Я опять не туда пошел. Твою бога душу, а. Кажется, в этот раз челлендж я прошел. Попутно чуть не вывихнул себе кисть. По-моему, за эту херню должны давать этот кусочек. А, фрагмент вот дали, да. Ну неплохо, чё? За БС? Як говорится. Да пошли вы в жопу, призраки! Не хочу! Здрасте. Тут, по-моему, ещё где-то должен быть проход. А нет. Или это в главном зале что-то? Ладно, сейчас проверим. Или моя... Ну ладно, нет худа без добра, хотя бы пофармил. Да ёб твою медь. Нет, точно надо что-то наверху там посмотреть, там, по-моему, проход до... Ой, блин, не туда пошел, извините. Что-то должно быть. Фак.
Что тут заперто? Заперто. Ходу нет. Сейчас быстро проверим, что там. Или я уже такой тупой? Нет, здесь прохода нет. Здесь все это Фуфляндия. Вот говно. Нет, ну это точно какой-то тупой. Здесь мне делать тоже нечего. Или есть чего, я уже не помню. Нет, здесь точно делать нечего, потому что здесь входа нет. Здрасте. Лежай. На тебе. Да, здесь явно зря я сюда забрел, не в район. Да сколько вас, ёб твою медь! Ну давай, допрыгни! Попрыгунь, стрекоза! Лето красное уже пропело. Оглянуться. Вот, я же говорил, что здесь я что-то просрал одно местечко. Вот оно. Во! Огонь! Вот теперь живем, если я хоть здоровье увеличил. Надо здесь чекать, ничего, здесь лестница, но люк закрыт, я не могу там пройти. Здесь три разъема. Куда что-то можно вставить? Все, до свидания. До свидули. Суки. Ниточные. Что вас в секс-шопах продавали? Всяким похотливым извращенцам. Я, блин, нафиг надо спать ложиться. Но если я сейчас... закончу, я не сохраню, у меня получится только статистика сохранится, и то я начну этот заново уровень. Да, что-то слабо. Блин, зря, конечно, потратил. Ну ладно. Надо будет раскачать немножко. Хоть шуш. Хоть писечку. И все заболчали сразу. Чего вы заболчали-то? Я тут. Ты сегодня выходная, что ли?
Та-та-та-та-та! Не то нажал. Да я сейчас уже заканчивать буду. Мне главное сейчас добраться до этого чертового. Прохода. Так, что-то эти пробуксовки мне не нравятся. Здрасте. Это-то-то-то, мне не туда идти. Кажется. Что-то пробуксоны пошли. Алло. Харн, здорово, друже, здорово. Я уже завершать собирался. Здесь мощная сила, препятствующая подходить кому-либо ближе, прежде чем я смогу воздействовать на льва, и мне нужен знак. Нужно использовать гордость льва, да. Здесь спит волшебный. Здесь спит хранитель врат. Магическое разрушение пробудит его. Нет, не ложился. 2 часа стрима я просрал с утра, потому что мне микрофон вырубился и мне пришлось их удалить. Поэтому я все начал задава. Здрасте. Это что за говно? Я понял. Лежать. Не, не, дружу. Весьма печально было, конечно, обидно, когда я пытался DMC5 поспеть нормально. Мне так это мне ничего и не дало. Печалька. Да что за говно, блин, почему тормоза пошли? Алло. Ладно, сейчас доходим до места сохранения и все. Нахер это дерьмо. Если заблокировано, я не могу идти пройти дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Интересно, если я прыгну вниз, что будет? Может, битрейт поменять или повысить их? Как стример работает. Да куда мне низ же? Не так он 1500 стоит. Здесь просто дело в том, что я уже задолбал компьютер свой. Игра, наверное, уже перегрелась. Или стримлер перегрелся. Ёпона мать, какие просадки. Сейчас вроде нормально. Не, сейчас все, доходим до сохраненки, и я спадки ложусь. Надо хотя пару часов продрыхнуть.
Здрасте. А, кажется, я понял. Здесь будет схватка с Вергилием. Документы, использовавшиеся в дипломатии. Соседствующими странами. Так, ладно. Блин, ну сейчас будет вообще весело. Здесь что-то написано. Меч — это ключ, чтобы освободить душу. Ключ находится в самом высоком месте. Блин, по-моему, там внизу, кажется, будет какая-то бяка. Ладно, попробуем прыгануть вниз. Посрать. А, ну правильно, да. Пришел за ключом. Ах ты ж. Мне кажется, как это я еще не перегрелся. Ладно. Заперто. При помощи силы. Здесь что-то написано. Этот путь откроется, сопровождающий душе. Душе спутнику. Так, ну ладно, здесь все понятно. Так, все, сохраненка нужна, сохраненка. И к чертям собачьим это все. Нет, сегодня я вечером, по-моему, стримить не буду. Нафиг. Блядь! Ай-яй-яй! А, в принципе, так можно было это до этого добраться, до этой херни. Нет, нахер, нахер, нахер! Приговор к смерти. Декоративный меч, используемый для ритуалов. Как в качестве оружия использоваться он не может. Да ёб... Скинку бог ты. А, я понял. Я так понял, нам сейчас нужно вниз заменить меч. Скорее всего, так. Эмблема солнца. Что-то здесь написано. Свет, сопутствующего света сожжет тебя.
Только те, кто способен нести его, откроют тебе путь. Статуя женщины с меланхоличным выражением лица. Здесь разъем, чтобы что-то вставить. Используя смертельное наказание, да. Меланхоличная душа. Орнамент, изображающий душу, когда... Когда он запущен, он постоянно выключает время. Постоянно теряет мощность. Да, сейчас придется драться, по-моему, с Верджилом. С темным ангелом, точнее. Ля какой красавчик. Вонючее место, которое когда-либо видел. Вонючее дырище. Так, надеюсь, что это конец. А, нет, не конец. Сейчас придется еще дальше продолжать. Нужно одолеть темного рыцаря. Какой, а? Сука. Ах ты, падла. Чё, самый умный, да? Да ты чё? Вот тварь ушла. Ну ладно. И как мне до тебя добраться, сучонок? А, вот и где, ублюдок. Yeah, boy! Это был босс файт, как тоннелинка. Харн, это только третий уровень, друже. Точнее, четвертый. Это был мини-босс файт. Там дальше будет куда жопошнее. О, да!
Учитывая то, что ты еще нормальный уровень сложности, это вполне нормально. Там будет куда хуже, поверь мне на слово. Тут же как... Тут сложность идет по накатанной. Так, ладно, с этого мы сейчас начнем, сейчас выйдем. О, опять этот... Опять эта мразь. Ладно. Все. Выходим. Блин, они... Эти уроды... Нет, тут... Да я говорю, сейчас просмотрим, кто-то, если кто-то из наших стримит, может к ним пойдем, потому что я лично пошел в спадки. Я слышу 100 микро. Нет, никто из наших не стримит. Поэтому, ребятки, спасибо, что были, смотрели. Я надеюсь, вам было немножко атмосферненько, весело. Переходим в главное меню. Я только через час запущусь. А, аж бедная камера вырубилась. От такой радости. Всем спасибо, что были. Сегодня в титры никто не попадает. Но в целом я был рад вас видеть. Бай, сладенькие. Обожаю вас, мои хорошие ребятушки и девчатушки.